Сейчас я предложу вам короткую медитацию для быстрого вхождения в состояние. Сядьте, пожалуйста, правильно. Вытягиваем позвоночник. Подбородок параллельно полу. Глаза поднимите вверх. Смотрим через центр лба. Язык отведите назад. Кончик языка стремится к носоглотке, к хичари-мудре. Лоб, затылок, позвоночник, весь телесный храм. Выдыхаем остаточный воздух. Делаем вдох из копчика до макушки. Задержка дыхания. Смотрим в пространство. Глаза удерживаем вверх. Отпускаем дыхание. Удерживаем внимание вверху. Делаем следующий вдох из копчика до макушки. Глаза поднимаем чуть выше, вытягиваем позвоночник, задержка дыхания. Язык чуть дальше назад. Отпустите дыхание, расслабьте грудную клетку. Удерживаем взгляд вверх. Сделайте третий вдох. Чувствуем середину головы, пространство по ту сторону закрытых глаз. Расслабьте грудную клетку, отпустите дыхание, удерживаем взгляд вверх. Посмотрите над головой. Удерживаем лоб, затылок, позвоночник. Посмотрите над головой назад. Поднимите взгляд так, чтобы вы посмотрели назад. При этом глаза смотрят в пространство по удобству, по ту сторону закрытых глаз. Внутренним зрением смотрим назад. Над головой назад. Лоб, затылок, позвоночник. Весь телесный храм. Лоб, затылок, позвоночник, весь телесный храм. Смотрим в пространство по ту сторону закрытых глаз. Внутренним взором смотрим назад. Над головой назад. Дыхание поверхностно или вовсе замирает. Чувствуем телесный храм. Теперь смотрим в пространство по ту сторону закрытых глаз. Из центра головы. Снова поднимаем внутренним взором глаза вверх и смотрим назад. Над головой, в сторону затылка. Расслабьте глаза, отпустите их, удерживая правильную позицию. Ровный позвоночник. Отпустите дыхание. Расслабьте язык. Чувствуйте телесный храм. Чувствуйте вибрации. Ощущайте пространство. Выдохните остаточный воздух. Сделайте вдох животом.
Задержка дыхания, почувствуйте телесный храм, лоб, затылок, позвоночник. Выдох. Взгляд через центр лба. Медленно откройте глаза. Напрягите пальцы рук. Расслабьте. Вытяните руки. Почувствуйте телесный храм. Расслабьте полностью тело. Посидите некоторое время, затем заканчиваем. Завершаем.